Quindi. Что будет, если Мелани туда сбросит? Сожрут и все. Не, мне кажется, не будут. Будут. Нет. Будут, у них инстинкт. Ну, у нас даже детям... Показывали в Цюрихе, упал ребенок. И ничего не тронуло вообще. А у нас руку сунули и руку отгрызли. Ты не сравнивай немецких медведей вообще. Русские голодные. Да, лучше не надо, ну их пусть сидят. Но они, конечно, сытые, но у них же все равно... Ты думаешь, это вот они там бегают, они да? Все равно инстинкт. Да-да-да. А их туда выпускают? Вон у них калиточка есть. Я прямо туда уже, мы их видели там не раз. По дороге. Страшно? Да. Они там хорошо лежат, спят. Угу. Ну, вольеры, это открытые вольеры. А кто их выпускает? Ну то, что они здесь первый раз. Нет, я говорю, а кто их выпускает? Это ж надо туда зайти. Да, там есть. О, как они высоко лазят, они могут правильно и по деревьям перепрыгнуть. Нет, это смотри.